Всем привет! Мы сегодня с мамой Стай решили не идти на переполненные общественные пляжи и пришли на тот пляж, на который мы периодически ходим, потому что о нем мало кто знает, и там не такое большое количество людей, как на остальных пляжах. И нам там очень нравится. Там красиво, да, и там... Да, я уже ходила туда несколько раз, я за это лето еще ни разу не купалась, поэтому я сегодня решила прийти. А ты будешь меня учить плавать? Не знаю. Ась, стели где-то тут, я не хочу далеко идти. Кидай где-то тут. Не надо сейчас, давай мы переоденемся. Теплая водичка? Очень. Ну стой, я далеко не хочу с тобой идти. Тая, закрывай рот, сейчас воды напьешься, как в прошлый раз. Слышишь? Вот здесь вот раньше был забор, потому что это был пляж не общественный, а частный. Кто-то хотел себе сделать частную территорию, но потом власти, они этот забор решили снести, чтобы этот пляж типа был для всех. И теперь сюда можно приходить каждому. Как тебя учить? Мама, как? Сейчас она тебя поучит. Ася, ныряй. Давай. Тай, глубоко. Не, я могу. Сейчас. Да подачок. Вода сегодня обалденно теплая вообще, ребята. Мы вообще на этот пляж приходим очень редко, потому что в основном мы отдыхаем на диком пляже с этой стороны. Но вот сегодня решили пойти сюда. Как собака у меня лучше получается. Потому что как собака я гребу сейчас. Я покажу. Вот так. Так, все, вышла греться. Чувствуйте. Плавать ты не хочешь нормально? Хочу. Выходи. Смотри, как я научусь. Ты не хочешь учиться. Мама когда-то давно заказывала водонепроницаемый чехол, но мы ни разу его не использовали, потому что мама ездила в Египет и забыла его. И вот сейчас мы его взяли попробовать первый раз, как телефон будет снимать под водой. Застегивай его так крепко, плотно. Стой. Должно быть все герметично. Да, нормально. Thank you.
зацепками. Смотрите, как я вас... А я уже целый день смотрю. Нет, все. А можно загорать туда? Мне стрёмно. А что? Боишься по камням? Я боюсь, что вода. Я попросила тебя. Я не в тебя, мама. Я не в тебя, я вот туда. А зачем? Ну, научи ее, Ася. Может, научишь? Ася, ну. Давай мне шапку. Ася, сейчас. Все, я ухожу. Это все, что ты поплавала? Ты че, Ася? Ты че? Уже лето заканчивается, Ася, ты что? Позвонила Валя, моя подруга, сказала, что она едет. Ну, естественно, нам пришлось остаться. Будем их ждать, еще немножко с ними побудем и будем уезжать, потому что у Таи сегодня еще тренировка по танцам. На этот камень у нас обычно Ася залазит селфи делать. Ну, там, где ребята стоят. Мы вас ждали 2 часа. Чего вы так долго? Да, я больше сюда ехать не буду. Трамвай или что? Да, я манала, он как едет, не едет. О, боже, босоножки. Плывет, блин. У меня уже, блин, нервный срыв был. Офигеть. Я уже спотела уже 10 раз, блин, и у меня раздевайся. Уже все. Раздевайся. Лягушка, ты с воды вообще вышла сегодня хоть раз? Скажи, Тая. А? Воду не пьем, ты знаешь, да? Я знаю, что я не пью. Давай вместе. А сын, я пью.